Ваши аплодисменты, Государственная филармония для детей и молодежи. Вот такой замечательный доктор Айболит, мне кажется, сразу хорошее настроение появилось. Сразу много-много новых лиц, друзья. Я, кстати, сейчас приду к вам с очередным розыгрышем. Точнее, сказать, сегодня во второй день работы книжного салона это будет первый розыгрыш. Я еще сегодня никому ничего не дарил, с удовольствием это скоро сделаю. Но обращаю сейчас внимание на работающую и абсолютно бесплатную почту. Вы сегодня можете отправить в любой уголок России открытку с помощью вот этого почтового ящика. Кстати, а можете это сделать самому себе.